Картин Рэп – уникальная машина. Мгновенно упаковывает коробки самых разных размеров, идущие по конвейеру. Идеальное решение для таких гигантов интернет-торговли, как Amazon и Walmart. А создатель этого устройства – небольшая семейная компания из Италии. Со скоростью до 1000 коробок в час машина намного превосходит человека. Мало кто хочет выполнять эту работу вручную, ведь она очень неквалифицированная. А мы хотим предоставлять человеку лучшие условия. Встроенная автоматизация означает, что качество работы для людей растет. Из очевидных плюсов не только экономия на персонале, но и экологичность. Упаковку идеально подгоняют под габариты товара, что сокращает расход картона и экономит место при транспортировке, исключая полые пространства. Кроме того, машина попутно печатает сопроводительную документацию, запечатывая ее в коробке. Сейчас на производстве работает 300 человек. Годовой доход – 50 миллионов евро. Компания производит около 5 конвейеров в месяц. В ближайшее время планируют увеличить производительность на 20%. За последние 3 года мы удвоили наш товарооборот. Думаю, в ближайшие 3 года мы еще раз его удвоим. Мы довольно успешно поставляем наши системы к крупнейшим игрокам электронной коммерции. Между тем, в самой Италии сохраняется низкая производительность труда и один из самых высоких в ЕС уровней безработицы.